Всем привет, меня зовут Маркова Алиса. Я знаю Макса, имею представление о его скиллах в психологии очень давно, но за помощью обратилась к нему впервые. Макс провел для меня персональную консультацию, на которой помог мне разобраться в том, что стопорит меня в моей жизни, и признать свои неправильные действия, а также понять их причину. Тебе многие могут говорить, что ты делаешь что-то неправильно, даже если это правда, ты никогда не начнешь что-то менять в своей жизни, пока не поймешь свою личную причину, из-за чего именно у тебя так происходит, и не проработаешь ее. И на консультации Макс не давал мне какой-то субъективной оценки, он дал мне честную оценку моих действий и объяснил, почему я в результате получаю то, что имею. Также Макс на консультации провел ряд упражнений, которые помогли мне наметить путь, по которому я буду кое-что менять в своей жизни. И это не были какие-то общие советы или слова, это были конкретные направления, которые касаются только меня. В общем, после консультации я вышла в хорошем настроении, с чувством какого-то спокойствия и легкости. По поводу того, кому стоит сходить на консультацию к Максу, в общем-то, всем тем, кто хоть на секунду задумался, не сходить ли ему. Если такая мысль промелькнула, да, ребят, вам надо идти. Вот, а Максу еще раз огромное спасибо, и даже не знаю, почему я не сделала этого раньше. Спасибо.